Петербург – город фестивалей. Вот и в Союзе художников в рамках международного форума «Непрерывное образование» прошел фестиваль современного искусства. Мы заглянули сюда, чтобы посмотреть, чем же он отличается от остальных. Вот находясь даже здесь, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, кто-то понял, кто-то не понял. Это не важно. Это зажило. Это теперь здесь живет. Да? И я хочу, чтобы сегодня каждый ушел из зала, посмотрев перформанс, со словами «может быть». Я рассказал некую историю о художнике, о том, как я вижу его миссию в мире, его миссию как проводника космоса, Бога, дьявола, не знаю, энергии, поступающей к нам извне. И благодаря вот музыке Олега Николаевича мне удалось просто быть физическим воплощением его нот, его представления о художнике тоже. Сегодня мы присутствуем в совершенно потрясающем месте. Это фестиваль, настоящий фестиваль. Только что мы слышали музыку Коровейчука. Это просто гениально. Это настолько выразительно, остро. И такое количество у него тончайших переходов, чувств, души. Вот инсталляция, которая была, она тоже производит потрясающее впечатление. Вообще в целом это такой симбиоз, который просто надо выносить вообще в мир. В огромные залы, и это просто необходимо людям, потому что это воздействует очень сильно, воздействует новыми средствами выразительности, воздействует, колотит даже, буквально колотит. Уникальность экспозиции фестиваля в том, что 7 из 10 представленных художников не являются профессионалами. И именно это олицетворяет главную идею форума, которая заключается в устойчивом развитии творческой личности на протяжении всей жизни. Мы вынуждены учиться все время, всю жизнь. И вот форум, и в его рамках фестиваль – это одна из маленьких-маленьких возможностей показать людям, что нужно раскрывать все грани своих талантов, все, которые мы знаем, и пытаться даже еще лучше, если пытаться раскрывать то, что мы не знаем о себе. Вы знаете, изначально я не профессиональный художник, да, как уже понятно по моей основной жизни, но просто 6 лет тому назад вдруг почувствовала острое желание рисовать и поняла, что если я не начну что-то делать, то просто будет очень тяжело. Ну и с тех пор я рисую, причем сначала, естественно, начинала с реализма, вот, ну и сейчас уже все, уже ушла в абстракцию и так далее. Ну, очень нравится работать с цветом. Что вдохновляет? Да все что угодно. На улице погода хорошая, еще что-то. Не знаю.